Всем привет! Сегодня готовлю картофельные галушки с фаршем. Получаются необыкновенно вкусные, нежные, сытные. Ингредиенты самые доступные, готовятся просто и быстро. Картофель очистим и отварим. Сольем воду, добавляем сливочное масло, помнем толкушкой. В 200 грамм просеянной муки добавим 2 столовые ложки манки и перемешаем. В немного остывший картофель добавляем соль, разбиваем яйцо. Перемешиваем и частями добавляем муку с манкой. Замешиваем тесто. Муки может понадобиться немного меньше или больше. Тесто получается мягкое, слегка липнущее к рукам. Дадим тесту полежать в холодильнике 20 минут. За это время приготовим начинку. В блендере измельчим 1 луковицу и 1 зубчик чеснока. Берем любой фарш, у меня куриный. Добавляем измельченный лук с чесноком. Добавляем соль, сливки, специи по вкусу. Все хорошенько перемешиваем. Начинка готова. Тесто обваливаем в муке, делим его на части. Галушки могут быть любого размера, и большие, и маленькие. Я предлагаю разделить тесто на 18 частей, примерно по 50 грамм. Берем одну часть, раскатываем, кладем на середину фарш. Закрепляем края. Переворачиваем. Галушка готова. По надобности пользуемся мукой, чтобы тесто не липло к рукам. Галушки хорошо переносят заморозку, что очень удобно для быстрого ужина. Отвариваем галушки в подсоленной воде. После всплытия галушек варим 8-10 минут. Лук порежем и обжарим до золотистого цвета на масле. У меня растительное масло с сливочным, так лук получается ароматнее. Обливаем готовые галушки обжаренным луком с маслом или прогреваем галушки в сковороде вместе с луком. Также можно подать галушки с сливочным маслом или со сметаной. Начинку для галушек можно использовать любую по вашему вкусу, например, капусту, рыбу, грибы. Они получаются очень нежные, сытные и вкусные. Надеюсь, мой рецепт картофельных галушек с фаршем вам понравился. С нетерпением буду ждать ваши комментарии, отзывы и лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!